Всем привет! Сегодня у нас много работы. Заказали мы проставочки. Будем ставить на Toyota Camry 55-ю. Принцип тот же, в принципе, и на 50-й. Так что сейчас весь процесс вам покажем. С проставками сразу идут шпильки. Наперед-назад полностью будет поднятая машина. Увеличим кливерс. Скоро у нас зима. Дорог у нас, как всегда, нет. Наверное, и не будет. Начинаем мы с передних стоек. И чтобы нам разобрать передние стойки, нужно будет открутить крепление тормозной трубки. Ну, тут с датчиком АБС. Открутить два болта, которые крепят стойку к ступице. И стоечку стабилизатора. Заранее все, естественно, чистим. Попшикаем ВД-шкой, чтобы все у нас хорошо открутилось. Сняли мы стойку, и теперь нам нужно будет открутить опору, что, собственно, мы уже сделали. И на опоре нужно будет поменять шпильки, потому как сверху будет ставиться проставка, и нужно шпильки длиннее. Они идут в комплекте уже с опорами. И дополнительно мы еще прихвачиваем шпильки, потому что когда уже выбьешь старое, посадочное место ослабевает, и они могут потом прокручиваться, когда будете откручивать или закручивать. Попутно смотрите на состояние стойки, пружины, может, опорного подшипника, самой опоры, мало ли вдруг у вас что-нибудь вылезет. Так, ну, переделали мы опору, будем теперь собирать вперед обратно. Вот так вот у нас получилось. Вот у нас стоит проставка. Проставка увеличит кливерс на 2 сантиметра. Так, ну что, приступили мы уже к задним стойкам. Сейчас и сюда будем проставочки ставить. Значит, принцип, в принципе, тот же самый. Откручиваем от кронштейна, тут у нас крепится тормозная трубка и датчик АБС, два болта к ступице и стоечка стабилизатора. Вверху у нас в салоне будет крепиться стойка сама на трех гаечках. Чтобы разобрать салон, немаловажно, такая вот штука, сейчас я вам, чтобы видно было. Здесь нижняя панель снимается, такие вот защелки, их просто наверх на себя дергаете и диван нижний снимается, после чего отбрасываете задние подголовнички, и здесь внизу на боковинках есть вот болтик, его откручиваете и вверх поднимаете вот эту боковину. Она снимается вот у нас. Сейчас я эту снимем. Вот мы сняли боковинку, видно здесь сзади такие специальные пазы сделаны. Наверх поднимаем и снимаем. Так, и вот у нас прям за боковиной находится крепление задней стойки. Все видно, все доступно. Так, заменили мы шпильки и на задних опорах поставили проставки. Сейчас будем устанавливать на автомобиль. Принцип тот же самый, что и... Так, ну что, собрали мы и вторую сторону задних стоек. Также сам установили опору. Обращаем ваше внимание, если будете снимать сразу две задних стойки, то не перепутайте местами, потому что они отличаются по конфигурации. Вот смотрите, такого своего рода капелька стоит с левой стороны. Все, в принципе, собираем все обратно и сейчас покажем вам, что закончили мы наш ремонт, поставили проставки. И вот, собственно, результат. Неплохой таки себе просвет, почти 10 сантиметров. Ну, опять же, берем во внимание высоту протектора. Сейчас покажем зад. Сзади около 7. Все, машина значительно выше. Я думаю, клиенту понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось. И ждите новых выпусков.